Забег номер 22. Забег на Ламбу. Иден на Ламбу с картишками и заморозкой. Нормальная карта на босса первого или второго. Или кого-нибудь еще. P1, D1. Срам. P1, D1, срам. Раз буква, два буква, три буква, четыре буква, пять буква. Вроде пять. Получается ответ номер пять. Почему Можай? Потому что Можай скинул деньги, вроде. Разве не он? Вроде он. Хотя у меня с М-никами бывает это... Проблемы я бывает путаю. Донатеров с М-никами. И что-то много стало нынче. Ну да. Ну вроде все я угадал, вроде все я правильно нажал. И вроде получаю ответ номер 5. И получается, вроде можно продолжать. У нас, кстати, рейндж 5-0. Прям ровно 5-0. Минимальный рейндж из возможных, вообще минимальный. И что, спид говна. И дамаг тоже, в принципе, говна. Ну, такое себе. Ну да ладно. Блять, я хотел в него выкинуть. Ну, хотя бы хп много. Так что уже неплохо. В принципе, заморозка тоже, наверное, неплохо. Это фризер. Ребенок фризерный. Ага. Не, ну в принципе я готов. А я чё, а чё я за рулю? Я ничего не, наверное, не за рулю. Или я все за рулю? А, я за рулю после пикапа, походу, окей, ладно. Вместо карты бомбы получил просто бомбу. Ну такое себе. Ну да ладно, наверное, могло быть и хуже. Эти врага, наверное, лучше, чем карты. Не морозь его. Спасибо. Я как раз хотел здесь бомбу запушить. Заделать. Еще мемная карта. Бля, я хочу еще мемную карту. Нормально. Два меченых, нормально. Серьезно? Окей, одно синее из двух сундуков золотых, хорошо, ладно. Вообще, может, лучше нашел бы одну копейку, взял бы, наверное, второй клод. Ну да ладно. И так тоже сойдет, наверное. И так сойдет. Окей, это легкая версия хунта. Это лучшая версия хунта. Без мерзкой атаки. На слезы быстрые. Рейндж. Очевидно. Очевидно, рейндж. Ну ладно. Не, черная не лучше. Черная тоже есть атака с этими слезами быстрыми, она меня бесит. Там слезы есть. Там просто пауки и слезы. У него вместо Брима пауки, а слезы такие же есть. Так что там все еще есть одна мерзкая атака. Мало. Пора юзать.
Аркаду пофармить рогом? Возможно. Не знаю, посмотрим. Уже рога нету. Рог уже поюзан. Может заряжу рог. Ее таблетки. Еще минус 6 спит. Ну ё-моё. Ничего себе, еще минус 6 спит. Так, кстати, какашка уцелела, это хорошо. Какашка Рили уцелела. Ну, нормально. То, что мне и надо было. Оно. Что дает full health. То есть все твое красное хп восполняет, когда ее ломаешь. Так что довольно полезно, когда что-то фармишь. Ладно. Можно еще, наверное, пофармить. Посмотрим. Мальчик, ты... А ты неплох, мальчик. У тебя Judgment карта оказалась на руках. Окей, ладно. Ты не так уж и плох, как я думал. Интересно. Куда мы идем? На ангела-то идем. Возможно. Лобас. Fast to some, yeah. It is from too fast to furious. Часы. Кстати, часами можно ускорить процесс этого фарма. Я могу просто проверить, что он дает, и там уже дальше думать, фармить его или не фармить. И вообще, наверное, эти часы лучше, чем рог, наверное, на этом этапе уже. Интереснее будет с ними идти, чем с рогом. Он дает пробу. Ну, похуй, потерял, что там пол синего не страшно. А что дает? Да, можно еще и карту Judgment тоже обузить. Тоже правда. Тоже чистейшая правда. Я говорю, может, я робом могу что-то более сексуальное заролить, но... А может быть могу, давайте проверим. Вдруг могу. Навряд ли. Прям очень сильно навряд ли. Тотальный кал, просто вообще нихуя полезно. Вообще ничего. Ладно, неважно. Просто дай мне робы. Не, пол не говна, пол айтем румы. Но в айтем руме говна просто много, поэтому... Поэтому такое. Бывает хорошо, бывает плохо. Блять, руны я взрывать не буду, бомжей, это нахуй больно и страшно. И неудобно. Бомбы я еще найду, надеюсь. Кстати, у меня все еще есть это. Есть возможность пойти на ангела или дьявола. Типа я могу зайти на дьявола, пароль дьявола, и сам одна хуйня, то нажать часы и пойти на ангела потом. Удобно.
Ебать, удобно получается все пока что. Ага, бомба прикольная. Ехали. О, опять те бомжи. Сегодня их уже видел. Опять ускоренная версия. Пиздатые твари. Шутспид нереальный сексуальный. Просто нереальный шутспид. Я еще съел таблетку на минус шутспид. Чтобы было совсем хорошо. Вау. А я уже нажал джагнет. Ну ладно, давайте паролим. Там уже что будет, то будет. Закроется, так закроется. Нет, так возьму ободон. Охуеть, там была пара. Ладно. Надо слишком это таймить, чтобы забрать пару. Так, мы на лэмбо. Как же он запутался? Как же он запутался? Ну вот тут там и стой, ладно. Потом с тобой разберусь. Мне пока некогда. Он подожди, он сможет выбраться? Подожди. Подожди. Он походу сможет. Он походу сможет это сделать. Он смог! Он выбрался. Он реально выбрался. С ума сойти. Крот, который смог. Но это и называется таймить. Я роллы не запоминал. Что спит, я в курсе. Про шотспид я в курсе. Где была марка, но мне кажется, это очень мало. За такую потерю хп это очень мало. Просто одной марки. Не хочу. Не хочу, не буду. Я тоже не хочу драться с одной бомбой с этими бомжами. Здравствуй, плюха. Жадный до ужаса. Типа, если какой-нибудь найти Алгис Рунуса, да, конечно, наверное, стоит того, чтобы пофармить. Правда, опять же, там с ролла только марка, то есть это потрачу джаджмент на марку. Тоже кажется довольно слабенько. Довольно слабенько. Ну, там можно забрать, кстати, эвтаназию. Тоже, в принципе, не самое плохое решение, наверное, будет. Просто дать эвтаназию, я тут нихуя не пройду. Надо было с той стороны обходить. Ха-ха, срола. Правда, ха-ха. И вправду забавно. Бомбы. Просто порой. Что? Один ролл. Нет, какая-то хуйня, подожди. Подожди.
Что было дальше? Во, BFF. Это уже интереснее. Секретка. О, шикарно. Эх, жаль, пару не забрал. Сейчас было бы всем хорошо. Была бы BFF пара. Какой эмоут добавили? Что это за эмоут? Не знаю таких. BFF сливка. Фига она огромная. Нифига она большая. Здесь вторая, наверное, да, будет. Так, нужно деньги искать на роллы. Скоро будет новая сделка. Если что, можно ролить еще какую-нибудь секретку, возможно, если я найду секретку с айтемом. Я, благо, есть вариант еще ролить, потому что у меня часы есть. Я могу ролить, а потом обратно откатывать, если что-то будет не очень хорошее. Не то, что я бы хотел. Намекаю, что сливка жирная. Она не жирная, у нее просто скрыли шарлыки. Кость пушистая, да. Тут эти БТВ роллы забавные. Тут типа роллы в сундук. Пол сундука тут полет дают. Типа это бред, братья, рейд просто. Три красных. Ладно, куда хп особо не было нужно. Так, ладно, деньги все же я заберу. Деньги все же мне нужны, наверное. Тут тоже проверим. BFF Абель. Вау. Там, по-моему, ничего не было нужного. Ага. Ладно. Опять я полусплю. А, да. Ну... Ну, можно наролить просто какой-нибудь... Нептун. Не Нептун. Меркурий. И быстро бегать. И очень быстро бегать по этому рану. А, ну или так, тогда... Похуй. Конжоинт мне не особо нужен, тем более вторая часть. Вторая часть тем более мне не нужна.
Поэтому на ролл. Ну давай. Хрень. Хрень. Это даже не гапи, да, все еще. Хрень. Хрень! Все еще только была бы вторая часть. Короче, хрень. Да, с карты я мог, да, сохранить, попробовать, это правда. Почему-то я не взял тринкет. Не знаю почему. Почему я не взял тринкет, я не знаю. Ладно. Рейд! Эй, Панишера, thanks for the raid. How was your stream streak today? Hello, raiders. Здорово, рейст. Это долго. Тоже долго. It was good back to 103 and back in triple digits. Nice, man. Always feels good to be in triple digits, TBH. But no matter what the streak is, still feels good. Congrats. And thanks for good luck. Have a good lurk. Так, куда мы идем? А! Не проверил. О! Это интересно. Но прокнет ли хоть что-нибудь здесь? Хоть что-нибудь. Хотя бы ты. Или ты. Я проверю все же. Он бывает дает быстро айтемы, но обычно он жадный пиздец просто. Он даже, по-моему, бывает более жадный, чем даже батарейный будин. Даже тот быстрее бывает сдается, чем эта тварь зеленая. Когда ты уже взял айтем из планетария, вернее, зашел в него, да, правильно, просто, типа, если зашел в него, то уже все. То базовый шанс 1%. А, охуеть, наверное, давай там. Но есть тринка, которая бафает базовый шанс до 15%. Или типа того. Короче, есть тринкет на планетария. И вот с ним еще что-то можно сделать. Сука, там мегамаш, бо я не затаймил. Там был мегамаш. Блять, надо ролл считать. Я знаю про часы. Попробую затаймить. Надо считать. Эйтбол дает, но это, по-моему, до прока планетария. То есть эйтбол тебе шанс дает выше, но если ты уже был в планетарии, по-моему, он базовый шанс не увеличивает. Это до прока планетария. Все работает, по-моему. Но могу ошибаться. У нас, кстати, был, по-моему, никель, да? Или нет? А! А! Ага! Ладно. Тут так прокат, оказывается, ладно. Тогда еще интереснее. Тогда еще интереснее. У меня еще два, да, прока есть, если что. Еще два прока. Может быть, было здесь, после гриба. Сука, до гриба. А что было до гриба, я не запомнил. Но по итогу, правда, я нихуя не получаю со второго айтема. Абсолютно ничего полезного. При этом. Он вообще бесполезный. Что-то было до гриба, а что я опять не запомнил.
Сейчас походу буду смотреть свой стрим. Вроде был, да, вроде орб был. Был орб. А нахуя я трачу деньги? Вопрос уже хороший. А нахуя я трачу деньги? Но, впрочем, похуй, наверное, так хватит. Наверное. Или нет. Уже не знаю. Ну, по факту мне второй айтем не нужен. Так что я могу особо автоматы не фармить. А вот, кстати, эйтбол. Тот самый. Самый эйтбол. А, да. Крикет Кей. Здорово, Сидис. Да, вроде был Дэнфи. Я типа Мегамаш снова возьму, наверное. А, пофиг. Просто пойду с Мегамашем. Мне очень лень искать красную секретку уже. Сейчас слово лень. Тупо тут нажму. А, нихуя. Нихуя себе! Блять, подождите. А, у меня еще и хрень прохнула. Забавно. Угу. Так, ладно. Смешно, уморительно. Просто уморительно. Так, ну короче, мы ролим после крикеторба бомбой и забираем Мегамаш. Какой же он жадный все же. Какой же все же он жадный. Да можно не трогать, но я вроде все трогал, поэтому буду все делать так же. Раньше это влияло на роллы, сейчас, по-моему, это на роллы не влияет. По-моему, сейчас это на роллы не влияет. Ага! Это еще так может работать. Ты серьезно? То есть нет двойного ролла, если тут... да? То есть я никак не могу забрать Мегамаш, вообще никак. Серьезно? То есть просто никак? Прикольно. Прикольная система. Прикольная. Ну... Да, даже не знаю. Да-то в пизду просто беру хп и тирает. Похуй. Ладно, похуй. Игра все же меня выебала. Я понял. Ладно. Тут что-нибудь на роли. А, ну и... Ладно. Больше ничего и не надо. А больше ничего и не надо. Все. Так тоже можно это разыграть. Так. По-моему, это Левиафан. Не, это вторая часть Левиафан. Окей. Это все очень плохо. Хочу полет. Тем более хп до хера все равно. Ничего вроде не теряю. Его можно заканчивать. Думаю, можно заканчивать. Думаю, чап мудло. Вот что я еще думаю по этому поводу. А можно я нахуй все тупки соберу на этом этаже? Просто все. Просто, блядь, все тупки. Пожалуйста. Хочу их увидеть все. Хочу эту айтем-румом посмотреть.
Старичок. Да, Меркурий работает везде. На всех этажах работает Меркурий. Даже на финальных этажах. Поэтому он так силен. Поэтому он такой мощный. Раз, два, три. Ну и ладно. Ну и плевать. Ну и ключ тоже получается ставить мне надо. Не, он типа тера дает дэмэдж, тера дает ломать камни и секретки, поэтому тут двояко. И то, и другое просто может быть в тему. Скажем так, и то, и другое может сильно помочь. Так что нормально. И тера, и Меркурий приятно. Правда, тера, например, на Телоса может быть даже плохо. Потому что ломаешь камни. Типа за камнями не заныкаешься, ты сможешь себе гриб какой-нибудь взорвать в нос. В кейфсах, что-нибудь такое. Даже может маленько обосрать. Ключи забрать? Да, в пизду. Туда, куда мы идем, нам ключи не нужны. Поверьте мне на слово. Я отказываюсь. Тут получать по ебалу. Отказываюсь. Туда. Отказываюсь. Бля, это аниме. Оу, oh, ноу. No. Даже без сообщения. Спасибо за 100 рублей на нем. Раз, два, три, четыре. Ой, и тут же пришел Прокса под аниме. Как же опять он вовремя пришел? Как же он таймит донаты аниме? Прям ждет их, ждет их. Это был день Pound of Flash, судя по всему. Один Pound of Flash просто весь день. По-моему, уже в трех ранах вижу Pound of Flash, мне кажется. Или кажется. Нет, ракетки открывают только красные комнаты, он не открывает обычные румы. Только для красных рум штука. Блять, терлень уже фармить, ладно, забей. Я передумал. Ай! Шлепнули. Меня шлепнули. Сколько сливка дамажит? Ладно, я не буду скипать сатану сливкой. Это вряд ли. Звучит слишком болезненно. Звучит чересчур больно. Эксперименты. Да, это типа больше как Википедия, а не эксперименты, но все равно нет. Да! Ancient recall. О, санкарта. А хотя и так у меня санкарта есть, я же. Ладно. Буду знать, куда идти точно. Не ошибусь наверняка тогда, получается. Рано. Рано! Ладно. Ну и ладно. На. Получаем. Ой. Я думаю, не хочу уже ничего откатывать. Пофиг. Все равно пройдет.
И так пройдем. Вау, Войт. Я же могу пойти Войт, а потом идти обратно, правильно, часами, ну. Ладно. Нахера это делать? На кой член это делать? Надо возьму. Ладно. Погнали. Нихуясь. Страшно. Я отвлекся немного в какой момент, и Дэн стал рыдать булыжниками. На Caves 2, да. Там был планетарий. Там мы поели булыжников немножко. Где-то там. Где-то в тех краях. Ёбаные косы. Прекрати. Ёбаная лошадь. Как ты страшно появляешься. Смотри. Нажму. Ладно. Я их не хочу бить. Сам себя обманул по итогу. Лол. Почти все замерзли хорошо. Не было бомб. Саб 30. Неплохо. 22.